общем, вот здесь одно дерево завалено, там дальше. Ну и вот я купил билет на Foz do Iguaçu водопады, и важное замечание, что там только оплата по карте, если у вас только наличные, я даже не знаю, как купать. И мы поедем на велосипеде. В общем, такие хитрые, на сайте указано, что вот цена 61 реал, плюс 14 транспорт и плюс 2 какой-то сбор еще. Но, Игорь, давайте я на велосипеде. На велосипеде здесь можно, и давайте без этого. Без транспорта. Не, так нельзя. Зачем тогда указывать отдельно, непонятно. Не совсем понятно, вот автобусы едут туда, а здесь какая-то есть отдельная дорожка. Сейчас проедем. Много людей, конечно, посещало Foz do Iguaçu, но не так много на велосипеде это делало. Поедем, посмотрим. Вот такой я здесь буду один по парку ехать 13 километров до водопада. Пешеходная тропа. И тропа. Для велосипеда. Я думаю, такой вот пейзаж будет и дальше, поэтому нет смысла снимать. О, вот какие-то ягоды. Угу. Не так часто здесь ее используют, видимо. В общем, вот здесь одно дерево завалено, там дальше я уже одно проехал. И поэтому я разворачиваюсь. Проехал метров 100, наверное, и тут три дерева, поэтому дальше я не хочу скакать. Поеду по дороге. О, тут дерево вообще, ну оно давно уже яму упало. Там вот одно распилили. Предыдущее, а это не хотят. Здесь спокойно орлы у дороги. Вот это там один. А второй. Все, полетел. Еду по дороге, вот здесь справа есть, проходит типа велодорожки, но она вся в ветках, и это она из плитки. Удовольствие ехать по ней не вижу, здесь движение абсолютно безопасное, то есть автобус, машина раз в пару минут объехать меня не проблема, могу на обочину съехать. Ну что, вот если вы идете как все, я думаю, вот что может ожидать, это очередь. Сфотографироваться на балкончике. Не буду стоять ждать, я, может, потом еще раз вернусь. Я думаю, на обратном пути все просто уедут, здесь не будет очереди. Вот ползает варанчик, близко ползет. На самом деле даже вот здесь есть брызги небольшие, поэтому с дроном надо быть очень осторожным.
И все стоят на первой площадке в очереди. Дальше уже более свободно. Сейчас я спущусь сюда, там вообще заливает. Заливает конкретно там оттуда. Такие брызги, такая мощь. Радуга видна. Прямо здесь. Еще у меня есть в наборе линза широкая, более широкий обзор. Ну-ка глянем еще раз здесь. Несколько этажей вот таких вот балкончиков, и везде круто, везде довольно близко к воде, такая мощь. Но везде брызги. И вот она, нижняя часть. Здесь довольно много воды, довольно много брызг, потому что просто огроменный водопад. Сейчас подойду немножко, там уже снимать точно у меня не получится с этой камеры. Все, туда идти, это, конечно, я вот здесь постою, здесь, ну, чувак весь мокрый, а здесь можно заснять немножко. Я вот мокрый, потому что я сходил туда, но самый класс, я возвращался, сейчас как раз солнце пропало, там радуга, и тут идешь вдоль по этому мосту, и радуга, как, она с тобой всегда, как бы ты ни продвигался, она слева, справа, она везде есть, она тебя преследует, она тебя сопровождает, это вообще офигенно, просто приятно идти по этому мосту, пускай ты будешь мокрый, главное, конечно, чтобы техника не промокла. Ну, радуга это вообще. Ну и вода, конечно, мощь. Я немножко на смартфон снял, но так с камерой это нельзя. Может, не такой, как камера.
я вернулся на изначальную точку, где начинаются виды. И сейчас просто хочу пройтись в гиперлапсе, если получится что-то. То увидите, как это выглядит в быстром, в ускоренном виде. 3 часа, еще люди есть. Что ж, я прогулялся по полному эту маршруту. Там и велосипед впереди, где рестораны и автобусная станция. Сейчас я, наверное, попробую вернуться, еще сделать пару, залезу сюда прям к большому водопаду с велосипедом, сделаю пару фото, пару видео, может быть. В целом, конечно, да, место крутое и обязательно к посещению, если есть такая возможность. Сколько билет стоит? 87 реалов. Это 15,5 доллара сейчас. Ну и на автобусе с города можно добраться туда-обратно 2 доллара. Так, я на велосипеде, мне бесплатно. Ну, а на самом деле сюда можно даже есть люди, которые приходили сюда бесплатно. Я даже знаю таких людей. Я даже сам думал на самом деле пройти бесплатно, но подумал, что я могу на велосипеде сюда приехать. Надо... Вот у меня велосипед возит, надо ему тоже показывать хорошие места. То он обидится и перестанет вести меня. Просто шикарно. Я даже не ожидал, что вот так вот возьму туда, к самому большому водопаду, я пойду с велосипедом. И девушка, которая там обычно снимает, то есть девушка, там парень, не снимает на продажу. Я дал телефон, она мне давай и так, и сяк, взяла эту стремяночку и сама говорит, давай подними, и я уже там одной рукой поднимал, в общем, отрыв полный на этом водопаде. Это место поистине является одной из главных достопримечательностей не только Бразилии, но и всей Южной Америки. А мне пора ехать дальше, открывать новые места и новые истории моего путешествия. Так, еду я сегодня, еду из Фос-ду-Игасу в Каскавел. И вижу тут, не совсем случайно, но... Это Слава, мы с ним пересекались в Флорианополисе, он там работал, жил. И вот он решил отправиться в путешествие, при этом не говорил. И только вчера, случайно, через общих бразильских знакомых, даже не общих, каких-то там знакомых-знакомых, кто-то сообщил, что я в Фос-ду-Игасу, куда он едет. И вот мы пересеклись. И вашему вниманию, мой кастом-байк. Кастом-байк, который... Извиняюсь за плохой шум, тут на трассе мы, вот так вот. В общем, да, везет он меня. Одна звезда спереди. Наверное, уже месяцок.
Вот, месяц, да, в дороге? Это месяцов, да. Мне нравится, на самом деле, мне нравится. Самое неудобное в нем это лыжи. Это зеркало. Сколько ты сюда положил вещей? На самом деле он уже такой тяжелый. Спереди. Спереди, да. Вообще было, наверное, поначалу 30 где-то. Нет, вру. Коврик. Нет, 36 было. Ты прям в рюкзак, да? Рюкзак. Да, это мой рюкзак, ага. Там и еще. Я уже погонял на месте. Вот велосипед, на самом деле, для транспортировки, который используют в Бразилии для транспортировки овощей, фруктов, ну и всяких ящиков. Чем попало. Не, но он такой более стильный, чем обычный для транспортировки. Потому что велосипед, на самом деле, меня нашел. Не я его, а он меня. Один кинец уже путешествовал на нем. И когда я начал поиски, он меня нашел. И куда же ты едешь? В своей мечте. Я поеду. Я поеду в никуда. На-на-на. Вот, поеду на водопады, потом вернусь в Каскавел и, наверное, двину в сторону Мато-Гросу-ду-Сул, Мато-Гросу. Ну, в общем, как и все безумцы, я поеду, наверное, в Чапада-дос-Гимарайс. А это где? Это в 100 километрах или даже в 60, наверное, от Куяба, столица Мато-Гросу. Я даже не знал. Но я тоже хочу быть безумцем. Короче, ты куда поедешь? Ну, я планировал ехать с Куябу, да. Вот. Но... Это... Куяба или Куяба? Куяба. Ну ладно. Куяба немножко вульгарно звучит, да? Короче, это очень популярный, на самом деле, туристический пункт и очень крутой. А мне еще говорили про Бонита. Там какой-то нацпарк, какие-то там звери всякие, ягуары. Что-то где-то я слышал, да. Также там есть какие-то, то ли светлая очень вода, то ли какая-то голубая. Какие-то... Голубая вода. Не вода. Ладно. Так что, а потом, наверное, Акре. Ну что, мы на связи, и я, в принципе, сейчас тоже хочу заскочить в одно место без велосипеда, и потом, возможно, мы где-нибудь... Я тебя, может, словлю где-нибудь, словлю на трассе. Там прям все, ну, там прям бог, там бог. Там написано бог. Там написано бог. А, ты про Днепрополис, я думал про Мато-Гросу. Не, я про... Ну, посмотрим. Так, не пали, куда я еду. У меня всегда секрет. Ну да, мы, конечно, пообщались бы больше, но недостаточно времени и такая классная атмосфера с грузовиками. На самом деле, все как по-настоящему, да? Грузовики, трассы, шоу. Да не, я думаю, что еще где-нибудь пересечемся, может быть. Ну, надеюсь. Если ты поедешь за Манго, как раз там уже да, сезон. Да, кстати, надо спешить. Там всегда там Мато-Гросу и Досул. Да. Сезон Манго. Там все усыпано. Это потому что была, кстати, программа там не только для по закрытию трасс от ветра, и также по, так сказать, по уничтожению голода. Типа садить не просто тополя, а как плодоносные деревья, типа фрукты. Поэтому подошли с собой. Ну отлично, да. Тополями не наешься. Ну все, удачи тебе. Спасибо. Ну начинай, медленно. Велосипед остался. Блин, так это тяжело бежать. Тяжело бежать после того, как прокатился 80 километров уже. А мне на самом деле приятно идти. И вот вся эта мощь водопада здесь. Смотрите. Раз, два, три. Вот получилось. Вот вся эта мощь водопада здесь, смотрите. Раз, два, три. А, блин. Вот вся эта мощь водопада вот здесь, смотрите. Раз, два, три. А, я вот так.